Всем приветик, всем доброе утречко. Я сегодня проспала, все на свете проспала. Я встала в 9:40, представляете, в 9:40. Я в шоке с себя. Я успела за сейчас 11:17. За вот это вот время успела собраться, выпить кофе, поубирать в квартире. И сейчас уже выхожу бегом с собаками гулять. Сегодня я вот в таком вот луке нашла свою бананочку любименькую с инициалами. Сегодня у нас 29-е. Уже 29-е. И сегодня у нас суббота. Ребята, еще пару денечков и все. Апрель закончился. И последний месяц весны. Последний месяц весны, а она все еще никак не придет. Но на улице сегодня вроде солнышко. Так, вы уже все готовы, малыши, карандаши, поэтому пошли. Потому что меня сегодня ждет второй день преображения кухни. Да, я потом вам все покажу. Еще, конечно, только начало, потому что действительно это все очень долго происходит. Там надо в несколько слоев это все красить, чтобы оно сохло, плюс еще места мало, поэтому все это происходит медленно и постепенно. Но я думаю, что еще пару денечков, и кухня уже будет полностью готова. Я на это очень сильно надеюсь, и что вообще она получится и будет иметь хоть какой-то вид. Угу. Так, ладно. Ключики. Собаки. Пошли. Посмотрите, как в этом году у нас сакуры немножко подвявшие. Совсем такие грустненькие. Короче, ну, может, они еще и расцветут, но как-то очень слабо. Совсем. Грустно, грустно. Перемерзли. Зато вот это вот то ли вишня, то ли что, не знаю что, зато оно очень даже цветет и красивенько. Шанти, пошли! Солнышко сегодня классное, небо чисто. Одуванчиков очень много. Такая красота. Черепахи нету на одуванчике. У меня раньше, когда была черепаха, постоянно весной собирала одуванчики и ее кормила. Ну, это любимое было лакомство для нее. Сейчас нету черепахи. Не, ну я не хочу черепаху. Просто так, к слову, было сказано. Шанти! Шанти, как всегда, под забором. Вот странное животное. Они всегда любят ходить под забором. Что коты, что собаки. Именно под домом, под забором. Не по дорожке, а где-то вот подальше ото всех. Почему так? Интересно, напишите. С собаками я погуляла. Поставила здесь уже на разморозку хачапури, чтобы Кире сделать завтрак. И сейчас хочу раскрутить еще вот эту вот тумбочку и начать красить вот эти вот стыки. То есть пока внутренность я трогать не буду. Я хочу сделать как бы лицевую сторону, а внутреннюю уже потом докупить краску и делать внутреннюю. То есть сначала сделаю, чтобы было как-то визуально неплохо. Остальное уже буду делать потом. Да, потому что мне, во-первых, еще их очень сложно достать. Я вот эту вот часть достать просто так не могу. Она не снимается. Ее нужно раскручивать полностью. Поэтому я потом там буду красить уже отдельно и самостоятельно. Так что, не обращайте на пыль, которая там, это я все крутила, я потом там буду все убирать. Пока тумбы, разбираемся с тумбочками, вернее, не с тумбочками, а с дверцами. А потом уже пойдем вот это вот все делать. Я думаю, что вот низ я сегодня уже сделаю полностью. По крайней мере, я на это надеюсь, что у меня сегодня получится низ сделать полностью. Идемте, я покажу, что у меня получилось с дверками. Я вот только не знаю, нужно ли их еще одним слоем делать. Вот реально не знаю, нужно ли делать еще один слой. Может быть, все-таки сделать. Я сейчас, смотрите, я сейчас, наверное, сделаю так. Я сейчас возьму ее, эту штуку. Ой, подождите, как-то аккуратненько надо ее поднести и проверить с вот этой вот частью. Наверное, надо еще один слой. Да, наверное, надо еще один слой делать. Слушайте, ну получается вроде неплохо. Смотрите, как. А? Крутяк. Вроде даже и неплохо. И несмотря на то, что оно неровно ложится. Что это такое? Тю, странно. Короче, да, еще один слой и нормально. Это получается здесь у меня уже 3 слоя, 4 слоя надо делать. А что там у меня такое?
Серый. Привет. Серый с мотором. Привет. Тихо, ты что? Сережка, а если в глаз? Блин, дебил ты. Ты посмотри, что делать. Серый, разобьешь мне окно? Смотрите, стреляют в меня пистолетом. О, сейчас кто-то уже даст им тырки. О, доброе утро, солнце. Да, посмотри на них. Кира, они стреляют пистолетом прям в глаз, так что лучше от них подальше. Попадут тебе прям в глаз. Постойте там, постой. Чудики. Кирюха. Так, если... Нет, Серый, я тебя накажу. Он не Кира, он попадет. Он попадает, но это капец не больно. Мне сюда попали, я не знаю, всем больно. У Вики аж синяки оставались. А мне, короче, вот случайно прям стрельнул. Егор сюда попал. Такая розовенькая таточка была, но она за минуту прошла. Так он дело в том, что в глаз же может попасть, понимаешь? А я вот так вот сделала. Смотри. Что делают, а? Дурбецело! Так, ладно, это все хорошо. Мне надо сделать еще один слой. И потом еще на этой стороне тоже докрасить. Потому что, видите, я эту сторону только чуть-чуть подкрасила. Пошла я заниматься красотой своей кухоньки. Так, суну их в баню. Спокойной ночи! Снег, скажи, в шоке, да? Я тоже в шоке. А, Кицунька, застелишь свою кроваточку, пожалуйста? Ну, пу-ру-пум, пу-ру-пум. Давайте будем раскручивать. Потом же это все надо будет мне обезжирить. А что ты делаешь? Я крашу. Что я делаю? Крашу. И еще я хочу купить потом новые вот эти вот, вы поняли, вот эти вот штучки новые, вот эти вот штучки новые. Они же сюда потом будут вообще не подходить. Мне сказали, что вот эту вот часть можно как-то подсушить феном, и она потом легко снимается. Сейчас я, кстати, это все попробую сделать. Главное сейчас вот это вот все поснимать. Мне бы еще, конечно, новые петли, но я же их потом сама не установлю, понимаете? Ой, тут раскрутить не могу. Все. У меня эта дверка даже отпала, потому что у меня там петля сломана. Короче, мне еще нужно будет, наверное, новая петля. Интересно, смогу ли я сама петлю прикрутить? И мне бы еще разобраться с тумбочкой вот этой вот, там, где у меня живет домовенок. Вот, чтобы ее тоже сделать, чтобы он ее не открывал. Но это с этим я, наверное, точно вряд ли разберусь. Так, это тоже... Есть. Сейчас я попробую феном ее посушить, как мне сказали, и попробую поздирать то, что сдираемо. А то, что не сдираемо, уже посмотрим. Ну, я не знаю, мне кажется, у меня ничего не получится. Ну, давайте попробуем. Просто не думаю, что этот фен как раз исправится. Если бы у меня был строительный фен,
Оно бы, наверное, намного быстрее все сошло. Но так как у меня его нету, это все намного сложнее. Я уже перешла сюда. Сейчас попробую еще один слой сделать вот этих вот. И оставить их уже сохнуть. И я понимаю, что у меня краски реально не хватит вообще. То есть мне нужно 100% идти еще покупать две, наверное. Наверное, две, а может быть даже и три банки. Но, наверное, куплю две, все-таки закончу только верх. А уже, наверное, на следующий месяц буду делать продолжение. Я просто по финансам не получится. Никак. А еще какой-то свет здесь плохой. Я ничего не вижу. Вот реально ничего. Ну, вот как всегда, Кира идет и ключи с собой не берет. И мама потом открывает двери. Вчера как-то я лучше видела. А сегодня такое впечатление, что то ли солнце не туда смотрит, то ли я не туда смотрю. Но я уже ничего не вижу. Как вы думаете, у меня вообще что-то получится? Вот скажите мне, пожалуйста, что-то выйдет в этой во всей истории? Меня сегодня все отвлекают. Я вам честно скажу, реально все отвлекают. Позвонил Данил. Тоже я говорю, да что же все от меня хотите? И он бросил трубку. У всех столько свободного времени. А у меня этого свободного времени вообще нету. И на меня потом обижаются, что у меня нету свободного времени. Откуда у людей оно? Откуда у людей столько свободного времени? Я не знаю. Все постоянно хотят гулять, все постоянно хотят веселиться. Я не знаю, но у меня нету времени на гулять и веселиться. Вот реально нету. Я не знаю, откуда у людей они, где люди находят это время на погулять. У меня нету времени на погулять, но вот реально нету. Что мне сделать? Люди не работают, люди ничего не делают. Блин, а у меня постоянно все занято. Я не могу вот так вот взять и просто пойти. Вот реально не могу. И обижаются потом. Типа, да. Я не знаю. Я просто не знаю. Честно вам скажу. Я думаю, что вот это вот уже закончено. Теперь только другая сторона еще надо один раз пройтись. И только первый слой. Ну, неплохо, да, ребята? Мне кажется, неплохо получается. Очень даже симпатично. Единственное, что я просто ничего не вижу. Ну да ладно, с этим уже потом разберемся. В любом случае, это только на первое время. Ручки мои надо пойти сейчас отмыть. Потому что они вот в таком вот состоянии. Здесь у меня на кухне обалдеть, что творится. И на самом деле я еще внутренность немножко помыла. Единственное, нужно вот ту вот заднюю стенку подправить. Я не знаю просто, как туда добраться, поэтому она не подправляется. Ну да, вот такая вот у меня странная и страшненькая кухня. А я еще спалила хачапури. Представляете? Короче, я умудрилась сделать все, что можно. Даже спалить хачапури. Приятного аппетита. Значит так, все хорошо, но мне не хватает краски, поэтому я пошла на базар за новой краской. Я вот здесь вот еще прошлась уже вторым слоем.
Но тумбочки там уже почти готовы одни из. Вечером уже можно будет прикрутить непосредственно вот эту часть. И, возможно, даже уже и вот ту часть. Но оно пока все сохнет, и я не могу дальше продолжить, потому что мне негде больше красить. Поэтому я пошла на базар. Наверное, сразу две возьму. И, кстати, краска неплохая, так что я еще потом буду точно так же красить балкон, потому что на балконе у меня... Из-за того, что я крашу вот здесь, вот видите, у меня здесь уже часть покрашена. Ну, краска капает, и я так тык-тык-тык сразу ее размазываю. В общем, я внутренние тумбочки не буду красить максимально в белый цвет, то есть только ту сторону оставлю. Это пока еще только один слой другой стороны, так что ждем, пока оно все подсохнет. И ждет следующая тумба, которая внутренняя, чтобы ее тоже привести чуть-чуть божеский вид. Пошла за краской, пока все не раскупили. А Кирюха уходит на улицу гулять. Не знаю, что так тепло одевается. Ну да ладно. Я иду за отвертками. А, ты просто за отвертками? Да. А не хочешь со мной на базар? Чего? Короче, у нее какая-то депрессия. Она сидит дома целыми днями, никуда не выходит и ничего не хочет. Ладно, я ее не трогаю. Я занялась этим делом сама. Я сама это дело и закончу. Знаете как, вот, когда ты делаешь что-то, лучше, чтобы тебе никто не мешал. Мне сегодня он, Данил, уже помешал и обиделся на меня из-за того, что я сказала, что я занята. Потому что, ребята, у многих очень много свободного времени, а у меня его нет. Я себе постоянно нахожу какую-то работу, чтобы что-то делать. А кто-то хочет гулять, кто-то хочет там на шашлык и так далее. Я не могу себе сейчас этого позволить. У меня есть дела поважнее. У меня есть кухня, которую я хочу переделать. Вот когда я все сделаю, когда я на все это красиво посмотрю, тогда можно и на шашлык сходить, тогда можно и погулять. Может быть, может быть. Опять же таки, может быть, потому что я себе опять что-нибудь найду. Но не могу я просто так вот пойти и отдохнуть, понимаете? Я не знаю, по какой причине, не могу. Потому что у меня постоянно есть что-то, что мне нужно сделать. А у некоторых людей нету таких забот и хлопот. Им постоянно нужно веселиться. Это, конечно, классно, что у многих есть много свободного времени. Где мне его найти? I don't know. Что-то я так закрасилась. Уже 3 часа дня, скоро базар закроется. Я еще ничего не купила. И если я не куплю сегодня, то, может, я и не куплю завтра. Потому что завтра выходной, и могут они вообще не выйти на работу. Поэтому я не теряю времени и просто улетаю. Не просто ухожу, а улетаю. Я надеюсь, все работает. Фух, так, 2, 3. Наверное, 3 сразу возьму. Чем мне 2 брать? И еще нужно зайти посмотреть себе ручки. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужна вот эта краска, которую я вчера брала. 2. А вы 3. Брали вот эту эмаль, да? Вот да. Эту? Машенька, умничка. Машенька все купила. А еще продавец, который краску мне продавал, увидел мои руки, полностью все покрашены, и дал мне перчатки бесплатно. Говорит, на, это тебе так, чтобы ручки чистые были. Я говорю, большое спасибо. Я говорю, я так стараюсь. Он говорит, я вижу, раз за вторую пришла, значит, точно стараешься. Короче, у меня теперь даже перчатки есть, чтобы можно было красить и чтобы руки были чистые. И купила также ручки. Правда, те, которые были, других просто не было. Единственные, которые мне подойдут по цвету. Потом уже, может быть, когда-нибудь ручки поменяем. Сейчас на данный момент вообще будем смотреть, что у меня выйдет из моей кухни. И что получится. И взяла еще малярный скотч, потому что вспомнила, что у меня же там стекла есть, которые закрашивать-то не нужно. Хотя бы я их тоже закрасила, но стекла закрашивать не буду. И нужно будет их заклеить, чтобы можно было стекла не красить. Я молодец. А еще я поняла, что я еще с утра не завтракала. Я Кирюху накормила, я кофе выпила, я, короче, все сделала, но я не завтракала. Потому что я, когда что-то делаю, я настолько сильно увлечена, что я не могу вообще ничего делать другого, кроме того, чем я занята на данный момент. Особенно если эта вещь вот мне очень сильно нравится, и она меня вдохновляет. Поэтому идемте дальше. Делать дела, красить мою кухню и крутить ее. Блин, забыла петельки.
Ладно, петельки уже не буду, приклею то, что есть, вернее, прицеплю, как смогу. А с петельками я уже, наверное, поеду в эпицентр, если вдруг еще ручки не понравятся. И в эпицентре уже буду все покупать, возможно, там какие-то более лучшие найду. Ну, а с доводчиками, вернее, не с доводчиками, а с тумбочкой вот этой вот, которая выдвигается, там у меня скорее не получится. У меня вот на это ума у меня не хватит. Я не то, что поменять их не смогу, я даже тумбочку достать не могу. Поэтому тут уж как есть. Еще раз повторюсь, из говна делаю мыло. Нифига себе, мне даже целых две пары перчаток дали. Не одну, а целых две бесплатно. Вот это огромное спасибо, блин, шикарно. Потому что видите, что увидели? Этот на одной, на второй точно так же. Теперь у меня есть перчаточки. Это очень приятно, когда такие делают неожиданности. Я мило удивлена. Круто. Я даже не знаю, как вам это показать, но. Значит, видите, все. Я думаю, что здесь уже все закончено. Больше ничего делать не буду. Там потом внутри буду чуть-чуть попозже. И вот уже здесь одна тоже немножко готова. Пока только одним слоем. Но я же говорю, внутренность, я не думаю, что я буду прям до белизны доводить. Только вот эту вот часть буду доводить до вот такого состояния. Вот как вот это вот. Потому что у меня... Смотрите... Вот, видите, здесь уже все готово. Это вот последний раз я уже подкрасила. И вот уже начала боковые тумбочки разобрала. И тоже их сейчас буду подкрашивать. Это уже все больше не буду дальше докрашивать. Ну, может быть, когда-то потом, потому что я забрала последних две банки краски. Но мне сказали, что еще привезут. Я говорю, я лучше заберу все, что у вас есть сейчас. Я надеюсь, что то, что есть, мне уже хватит на все остальное. Потому что, в принципе, тут осталось главные 4 шкафчика. Ну, вот это главное 4 шкафчика. На 4 шкафчика уходит очень много краски. Здесь по, даже не по 4, здесь по 5 слоев. По 5 слоев. Да. Но надеюсь, что что-то выйдет. Эти ручки, сейчас покажу. Ручки я взяла вот такие вот самые простые, но даже не просто самые простые, а те, которые вообще были, то есть других не было. И оно, по идее, должно вот так вот стать. Ну, что-то оно не заходит. Я же сказала, мне надо так, чтобы зашло. Чтобы я не покупала новых никаких винтов. Я же реально сказала, что я не хочу ничего покупать. Так. Сейчас. Мне хорошо дали новые винтики. Сейчас надо попробовать вообще достать вот этот старый. Машка, Машка, растеряшка. Без отвертки не справится. Попробуем. О, ну, что сказать? Вот такая ручка будет. Ну, пока такая. Другой я пока не могу найти. Пока будет такой вариант. Тоже неплохо. По крайней мере, уже не вот это вот страшненькое. Очень даже миленько. Очень даже красивенько. Если вам нравится, напишите, пожалуйста. Успокойте меня, что у меня хоть что-то получается, я вас прошу. То я вот это даже не знаю, выходит или не выходит. А еще я вам скажу, что красить животных — это просто кайфово.
они везде лезут, кот везде лезет, собаки везде лезут. Нереально сложно, нереально сложно. Если бы, наверное, их не было, было бы намного быстрее и проще. А так? А так нас там уже друзья ждут. Смотрите, кто. Привет. Со своим псом. Привет, привет. Давай. Тут ух, вот это ручки. Красивые, да? Да, работящие. Да, я же такая, видишь. Столлер, Малер. Кто там еще? Столлер, Малер. Не знаю, краситель. Краситель. Пришла домой. Собаки. А я, короче, Илье сказала, чтобы он завтра мне принес на полчаса утюг. Потому что вот этого вот кота, помните, я его показывала, я его хочу вот сюда вот приклеить. И мне кажется, будет очень даже круто и прикольно. Он как раз такого беленького цвета, но мне для этого нужен утюг. И у меня на джинсах будет вот такой кот, потому что у меня здесь дырочка. И вот так, тюк, и я закрою. Так что если Илюха завтра не забудет, будет у меня утюг. Мне утюг не нужен, мне он нужен реально на полчасика приклеить и забыть, потому что у меня для того, чтобы гладить, у меня есть отпариватель. Так, ладно, это, конечно, все хорошо. Я пошла кормить вот этих вот собак-барабак, а также... А я вам показывала вообще, что у меня получилось? Наверное, нет. Но если я сейчас доделаю до конца, я вам покажу. Я немножко уже... подзамахалась, но я тут смотрю, что я, по-моему, тумбочки покрасила больше, чем все остальное. Ну ладно, уже как есть, так есть, я уже не буду ничего докрашивать. Но результат вы можете сейчас на сколько, даже не на 40, на 30% увидеть. Готова эта часть, готова эта часть и готова эта часть. И видите, это немного отличается. Потому что я все-таки положила сюда больше слоев, чем нужно, потому что здесь немножко идет темнее, а там прям светлое, светлое, светлое. Но, как это говорится, уже как есть. Здесь у меня вещи с тумбочек, потому что тумбочки у меня там тоже немножко, немножко сделаны. Здесь я уже положила, потому что здесь уже все высохло. Там еще нет. И у меня единственная проблема, у меня вот там вот внизу был потоп, и разошлось это ДСП. И теперь я думаю, что, скорее всего, туда нужно будет или какие-то панельки поставить, или какие-то уголки, или, может быть, какой-то скотч, я видела, там продается по типу очень мягкий, вот туда вот вставить, потому что мне не очень нравится. Ну, и сейчас, конечно, здесь еще грязно, тут еще толком ничего не видно, и... Эта часть остается у меня на завтра. Я думаю, что завтра, послезавтра я уже эту часть всю сделаю. Не знаю, как насчет завтра целиком день, но я планирую уже завтра все закончить, чтобы все было идеально. И, в принципе, вот так вот оно все получается. Если так посмотреть издалека, то мне кажется, достаточно неплохо. Но теперь мне не нравится линолеум, мне не нравится столешница, мне теперь вообще не нравится ничего, понимаете? Я вот это вот занялась этим делом, а теперь мне ничего не нравится. И я там готовлю пельмешки нам с Кирюхой, потому что я сегодня ничего не успела приготовить. Но, ребята, в общем, вот так вот это сейчас смотрится. Что вы скажете? Если нравится, то лайкусик с вас. Если не нравится, то пишите комментарий, что вам не нравится, получилась фигня. Я там сейчас готовлю пельмешки, мы сейчас с Кирюхой покушаем, и все. Я уже безумно сильно устала, и мы будем просто відпочивати, отдыхать. И, как это говорится, будет у нас релакс. Всех люблю, всех целую, или наоборот. Пока-пока. Всем пока-пока.